посмотрел этот бой, согласятся, Пакьяо показал высочайший уровень. То есть все та же скорость, все та же реакция, все тот же вихрь в ринге. То есть он реально притягивает к себе внимание. И при том он победил сейчас боксера, который входит в пятерку сильнейших, так называемый Pound for Pound, лучший из лучших. Соответственно, он сам сейчас уже будет в этой пятерке. И с такой победой его можно поздравить, и я думаю, вполне можно ожидать уже конкретных переговоров по поводу поединка с Мейвезером. Потому что ну, все ждали уже несколько лет, и даже больше, да, десятилетия, наверное, ждут этого поединка. Два сильнейших должны выяснить, кто же из них лучше. Вот. И сейчас Пакьяо действительно вернулся, и я думаю, что этот бой действительно актуален. Потому что Мейвезер сейчас всех проходит настолько легко и убедительно, и даже в какой-то степени скучновато, да, то есть нету реальной ему оппозиции, что вот такой боец, как Пакьяо, я думаю, сейчас самый лучший вариант для того, чтобы действительно повернуть интерес к боксу. Ну, у Мэнни Пакьяо много вариантов, я думаю, там с соперниками у него не будет проблемы. Тут, конечно, многое зависит от Мейвезера, он же у нас такой самый высокооплачиваемый спортсмен не только в боксе, а и в спорте. И все-таки я надеюсь, что там приложат усилия все, кто его окружают и организуют этот бой, потому что ну, нету больше соперников. Сейчас он пройдет Майдану с большой долей вероятности, и с кем дальше боксировать непонятно. Есть Пакьяо, реальный боксер, реальная угроза, реальное зрелище. В общем-то, с ним надо проводить бой однозначно.